Творческая работа полезна для... У меня предложение. Хорошо, спасибо. Я заказала тебе билет на следующий самолет до Саарбрюкена. Не бери много вещей и не опаздывай. Буду ждать тебя на взлетной полосе, Скайлер. Und die Reisepapiere. Sofort stehen bleiben. Ihre Papiere. Guten Tag, Jens. Простите. Ты их прогнал. Авария. Wo wollen Sie hin? Ihre Papiere. Passen die Reisepapiere. Alles so. Bitte weitergehen. Давно уже пора. Где Кеслер? Я могу идти. Тогда стой, возвращайся в начало. Что это было? Здесь нужен крепкий поводок. Я с тобой. Это тебе не по зубам, дорогая. На твоем месте я бы не спорил с девушкой. Готовься к похоронам. Сброшу тебя ближе к Доппельзигу. Как только найдешь Кеслеров, возвращайся на взлетную полосу, я вас подберу. Мы будем там.
выдвигаться. Наверное, нацисты заметили, как мы входим. Картошка такая... Неважно. Это Скайлор. Задаем жару, дорогуша. Надеюсь, ты знаешь, как пробраться в Доппельзик? Он перед тобой. Что она на нашей стороне. Завод там. Отлично, мы вошли. Алам! Алам! Wir haben ein Sicherheitsproblem. Alle Mann auf ihre Posten.
чертова пуля! Прошу прощения. Знаешь, и выведено яйца. Шон, что случилось?
Где твой отец? Лаборатория на другом конце комплекса, спрятана в автомобильном заводе. Бери девчонку и уходи, я найду Кеслера. Увидимся на взлетной полосе. Что такое? Я сказал, иди. Это не все, Кеслер где-то рядом. Пора с этим заканчивать. Да-да-да. Доктор Кеслер, я пришел вытащить вас. Откройте дверь. У меня было предчувствие, что мы вновь встретимся. Я вступил в эту историю. Я пришел вам помочь. Мария, к взлетному полю. Встретимся там. Значит, осталось только одно. Мы не можем уйти, не уничтожив циклотрон. Пойдем со мной, быстро. Закрыто. Прикройте меня, пока я работаю над механизмом. Этого не может быть. Черт, я потянул ногу. Здесь. I spent years designing and constructing this machine. Это единственный в мире экземпляр. Его нужно уничтожить. Они не получат власть, к которой стремятся. Я сожгу лабораторию дотла. Ну что ж, разнесем все к дьяволу. К другому пульту управления. Для начала нужно найти и уничтожить охлаждаю. Когда механизм перегреется, защитный барьер снимется, обнажая центр. Все готово. Нужно одновременно нажать на переключатели. Готов. На три. Ein, zwei, drei, flip it! Давай же, уничтожь первую охлаждающую камеру. Их больше, поторопись. Готовься к следующему. Работаю над второй преградой. Быстрее шаг. Как умею, так и еду. Ты справился? Ядро перегревается. Щит начинается назад. Есть доступ к ядру? Уничтожьте его, Девлин. Мы должны идти. Эта штука не выдержит взрыва. Сюда! Беги! Кеслер, подождите, пока я расчищу.
Быстрее, мы почти выбрались. Вот вид, согревающий сердце мужчины. Мои друзья из Лондона передают привет. Они перед тобой в долгу. Боюсь, у меня плохие новости. Мои источники подтверждают, что Курт Эггер пережил взрыв на Гран-при. Сукин сын! Этот ублюдок продал душу дьяволу. На этот раз ему это не поможет. Какая ситуация на месте событий? Твоя выходка на гонках привела к неожиданным результатам. Теперь у нацистов полным-полно работы сдерживать волнение в городе. Деккер разместил командный пункт на Эйфелевой башне. Ходят слухи, что этот ублюдок совсем спятил. Доставь меня туда. Это еще не конец. Как самочувствие, мистер Девлин? Готов съесть хоть быка. Ясно. Но могу и бутылочкой скотча обойтись. Я ошибался насчет тебя. Скоро сделаем из тебя героя. Спасибо, но у меня другие планы. Будем держать связь. Куда ты? Сама знаешь куда. Тебе нужна помощь. Нет, Вероника. Я сделаю это один. Джулс был моим братом. И мои родители. Деккер скоро покинет город. Нужно торопиться. Шон, я хотела кое-что сказать о Джулсе. Ничего не говори. Каждый раз, когда закрываю глаза, вижу лицо твоего брата. Я вижу кровь на своих руках и понимаю, что никогда не смогу забыть того, что произошло. Никогда. Перестань, Шон. Так дальше жить нельзя. Джулс был хорошим человеком, но это всего лишь одна жизнь. Одно убийство из миллиона. Дело уже даже не в моем брате, а в чем-то большем, чем ты и я. Да. Я начинаю.
Ich finde ihn. Das kann nicht weit sein. Sich nicht ewig verstecken. Черт возьми, это зона боевых действий. Восстание. Это было планом Люка с самого начала. Помочь горожанам найти в себе мужество сражаться. Сопротивление не может сталкиваться с фашистами. Если они будут так сражаться, их убьют. У них больше нет лидера. Ерунда, у них есть лидер, он передо мной. Но я не знаю. Получится. Ты нужна людям, Вероника. Но как насчет Деккера? Деккер мой. Шон, я думала, у нас будет больше времени. Я хотела сказать тебе, я... Потом скажешь. Он всех убивает.
Похоже, я пропустил вечеринку. Боже, здесь прям как в морге. Продолжай попытки. Когда-нибудь у тебя получится. Твое поражение. Мое поражение. Мой позор. Это твой позор. Наказание — смерть. Фух.
Кажется, сегодня не твой день. Если кому-то и суждено сбежать отсюда, то только тебе. Только тебе. Не поспоришь. Когда-нибудь потомки будут нас благодарить за то, что мы сдержали агрессора, пока вы прятались в тени. Вам, таким как вы, никогда не понять тяжести нашего бремени. Убив тебя, не вернуть того, что я потерял. Мои друзья не воскреснут, а мне придется жить с тем, что я совершил. Так ты здесь за этим? Думаешь, убив меня, ты смоешь со своих рук кровь? Так ты думаешь? Какое несчастье! Мы отправимся в ад, да, ирландец? Возможно, но ты там будешь раньше. Это конец? Нет, это еще не конец. Я только начинаю.